всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с обалденной рубрикой. Это рубрика «Водный эксперимент». Всем здорово! И сегодня, ребят, за нашими спинами стоит абсолютно разнообразная, офигенная коллекция тачек, которые сегодня мы будем тестировать на нашем водном испытании в виде моста из бревен. Кто сегодня преодолеет это испытание и доберется до другого берега, получит 1 балл. А если тачка у кого-то утонет на этом испытании, то сегодня он получит жесткое наказание на следующий раунд. Ну и, ребят, коллекция у нас довольно интересная. Начиная от маленьких детских мотоциклов, заканчивая гигантскими бигфутами. Также есть гиперкары, внедорожники, мини-куперы и реактивные тачки. Посмотрим, кому какая тачка сегодня достанется с помощью рандома. Ну а далее именно на свой скилл мы проверим, кто сможет реально преодолеть это жесткое испытание. Ну а я, ребят, желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. И, ребят, давайте наберем 10 тысяч лайков за сегодняшний день, потому что коллекция реально разнообразная, от гигантских бигфутов до маленьких тачек на пульте управления. Мне будет невероятно приятно. А также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые серии по новым экспериментам. Ну а мы с Пашей погнали проверять удачу с помощью рандома. Начинаем нашу рубрику. Сегодня у нас ровно 14 автомобилей. И, кстати, ребят, быстренько напомню вам про наказание одну интересную новость. Смотрите, вы знаете, что кто тонет, получает рулетку с наказаниями. И, ребят, добавилось одно, еще одно наказание из ваших комментариев. Оно называется... туда-обратно. Короче, если она выпадает, то придется нашему проигравшему, получившему наказание чуваку, проехать туда, потом обратно на машине, а потом еще раз туда. Короче, офигеть. 3 раза по бревнам. Это реально жесткое наказание, ребят, вы предложили в комментариях, поэтому я его добавил. Ну что, Паш, спросим тогда у Алисы, кто первый, кто второй, с помощью цвета определим. Давай, давай. Будет желтый, либо коричневый, то Паша, если фиолетовый, это буду я. И, ребят, спрашиваем у Алисы цвет. Алиса, назови любой цвет. Конечно же, желтый, Алиса, давай. Желтый. У вас какие варианты? Какие? Желтый или фиолетовый? Да-да. Давай. Мне фиолетовый нравится. О, фиолетовый. Спасибо, Алиса. Все, я тебя обожаю. Мне фиолетовый нравится. Давай. Получается, я первый, а Паша второй. И, ребят, с помощью рандома узнаем тачки. Вообще, хотели сегодня серию на свой выбор начать, но реально, тачки у нас абсолютно разные, поэтому выбирать будем с помощью рандома. Вот повезет, повезет, не повезет, не повезет. Так что спросим число. Алиса, назови для меня хорошую тачку от 1 до 14. Я думаю, это будет число 8, либо 7. Выпало число 10. О! О! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трицикл! Трицикл! На трицикле ехать! Ребят, это жесть! Ладно, Паша, ты следующий, готов? Так, у тебя осталось, получается, уже 13 тачек. Алиса, назови число от 1 до 13. Алиса, думаю, будет число 6, либо 5. Число 9. Ой, ой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чисто трицикл против квадроцикла. Смотри, как у меня боком наваливает. Ну, а, ребят, напоминаю, кто из нас потонет, получит наказание. А кто пройдет уровень, получит 1 балл. Я еду первый, ты едешь второй. Давай, давай. Фух, ребят, надеюсь, трицикл не подведет, и я смогу проехать. Уже реально тачка неуправляемая. Раз, два, три, давай, оп, давай. Изи, ты видел? Вот это мастер. Это скилл, понимаешь, Паша, скилл. Какой скилл? А что там с бревнами? Нет! Там бревном хана, бревном хана, ребят. Так, давайте, давайте. Главное не получить наказание, потому что, ребят, сегодня будет особенная рулетка. А далее вы узнаете, почему особенная рулетка. Вау! Вы это видели? Ты проехал! Охренеть! Охренеть! Паша, вот на ролике посмотришь, ты охренеешь. Ребят, с вас обязательно лайк. Я еще по 2 бревнам только проехал, прикинь. Чего? Давай, удачи тебе, на квадрокоптере едет с вами, смотрите. Ладно, я погнал. Давай, у меня уже есть 1 балл. Я тут еще офигел, блин. Ты че? Он решил за мной мой трюк повторить. Давай. Охренеть. Паша, неудачник. Ну-ка, давай, получишь ты наказание, либо получишь 1 балл. Проверим это. Так, я не получу наказание. Ребят, сегодня, как я и говорил, будет у нас особенная, необычная рулетка. Потому что кое-какие и у нас будут изменения. Так, едет и... Ты где там дырку нашел, ты чё? Да там дырка большая, ты чё не видел? А это, может быть, я, кстати, ее сделал. Ну, ребят, получается, у Паши уже наказание, а у меня 1 балл. Погнали ко второму раунду.
Ну а теперь вот пошли выбирать тачки. Паша весь мокрый уже. Искупался, освежился. Нормально, нормально. Осталось 12 автомобилей. И кстати, ребят, еще никому детские мотоциклы не выпали. И никому еще бигфуты не достались. Блин! Да, да. Ты посмотри, это же бигфут бык и бигфут собака. Это Бобби Биг Биби-Боба, блин. Бобик бигфут, говорю, вот так вот. Трудно выговорить. Ладно, ребят, спрашиваем число для Паши, потому что в прошлый раз я был первым, теперь его очередь. Алиса, называй число. Получается от 1 до 12. Число 5 или же число 7 будет? Число 9. Число 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, ты на метре едешь. И, ребят, прикольно. Как я говорил, сегодня будет особенная рулетка, потому что знаете что? Сегодня у нас, если выпадает наказание, оно удаляется. И наказание, получается, исчезает. Их все меньше и меньше становится. Чего? Чтобы они два раза не повторялись. Поэтому, Паш, крутим рулетку. 1, 2, 3, бам! Давай. Крутится. Сейчас будет новое наказание. Туда-обратно, прикинь. Туда-обратно. И потом туда. Так, от первого лица ехать задом, либо поменяться тачками. Стой, ехать задом, ехать задом. Поменяться. Ехать задом. Ехать задом придется тебе. Ребят, ну все, теперь выбираем мне число. Алиса, назови тачку от 1 до 11. Алиса, давай ему 6, либо 4. Выпало число 2. Вот это мне нравится! Ребят, самая маленькая машинка против самой большой! Офигел, блин! Паша, тебе когда? Я сегодня жесткий бык Эль Примо, а Эль Торо Локо написано вот тут сбоку. Я спрячусь под тебя. Куда ты сбежался? Давай, ты первый едешь. Ты задом едешь еще, не забудь. А, блин, еще задом. Давай, я тебе помогу, я тебе развернусь сейчас. Мне будет сложно. Ай! Давай, бери разгон максимальный, короче. Мне надо разгончик взять. Давай. Я не знаю, мне кажется, задом метр. Хотя стой, в мультике задом метр. Умел кататься офигенно. Ты куда? О, реально? Да. Ты нормальный? Ты куда? Да блин, он не забирается. Номер 2 попытка, ребят, смотрите. Давай. Мелкая козявка. У меня он почему-то в воду отлетел, это из-за ресинхрона. Давай, я еду на помощь, не переживай. Газуй. Нет, я сейчас подожду. Ты застрял, что ли? Давай, Паша, помощь идет. Все, второе наказание у Паши. А ты бы не выбрался, ты там застрял. Ой-ой-ой, главное, что мой бигфут не застрял. А там какой-то лодочек таранит бревна наши. Охреневший, блин. Так, стоп, у меня еще заднюю подвеску. Подкидывай, давай. Бигфут проезжает офигенно. Не, бигфут не... Чего? Че тут, это наша дорога. Ты куда тут заезжаешь? Уйди, давай. Нет! В смысле? Я же доехал! Ребят, а может зачитаем? Получается, я... Наказание получаю. Я прям в конце Тут тонкие бревна были какие-то. Капец! У нас у обоих, ребят, наказание. Получается. Идем к следующему раунду. Третий раунд, ребят, получается, осталось 2 мотоцикла, 1 тачка на пульте управления, потом мини-куперы, реактивную, я хочу реактивную лего-машинку, смотри. Я хочу. Моя очередь первому. Кстати, у нас минус 1 наказание получается, второй раз не выпадет она. Алиса, назови для меня число от 1 до 10. Пусть будет число 5, либо 4, по-любому. 8. Восьмерка! 10, 9, 8. Да, спасибо, Алиса. Я, получается, на вот этой серой тачке, что ли? Блин, ладно, да, посмотрим. Я еще кручу рулетку с наказанием, так что проверим, может, наказание выпадет офигенное. Раз, два, три, крутим! Давай. Хоть бы новое. Новое наказание? Нет, спасибо, не надо. Так, я хочу, вот, ну-ка, от первого лица поменяться тачками. Ехать сбоку. А выбор, Алиса, можно мне? Ехать сбоку, я еду сбоку. Ладно, ребят, теперь Паша, выбирай машину. И Алиса, назови число от 1 до 9. Алиса, давай-ка мне BMW сегодня. 4. Ой, что это? 1, 2, 3, BMW. Ты как угадал? Ребят, это какой-то, он этот, шаман, колдун, блин. Ладно, рулетка для Паши. 1, 2, 3, погнали. Кстати, как наказание уже мало осталось. Так, давай наказание. Поменять тачки, пожалуйста. Поменять тачки, давай. Итак, бегать сбоку, заморозка, выбор за... Соперника. Нет, давай. Нет, выбор соперника, пожалуйста. Да! Нет. Выбор соперника, ребят. Давай, паркуй BMW обратно. Я тебе выберу, знаешь что? Блин, ребят, что ему выбрать? Я бы ему выбрал свою тачку, если бы я мог. Давай я тебя выберу. Изи классик. О, Панту. Нет, изи классик. Да, изи классик выбирайте. Ай, вот блин. Этот. Все, ребят, Паша на изи классике вместо BMW поедет. Ну что, я первый, так что я рискну взять мега разгон.
два, три, погнали! Давай! В принципе, я должен. Стой, давай! Она слишком маленькая! Так, ребят, так, аккуратно. Я вот вырвался. Нет, не утоплюсь. Стой, я немного выравниваюсь. Да блин! Сейчас! Я выйду. Во, развернула! И теперь газуем вперед! Давай! Я чисто на одном бревне сижу! Разгон! Давай! Вот! Немного, получается, потихоньку, по чуть-чуть, помаленьку. Паша, это невозможно! Ребят, а как это сделать? Во, понемногу получается! Я по одному бревну еду! Чего? Я помогу! Стой! Не помогай мне, Сейчас. Сейчас я сделаю. Стой! Ай! Ты меня в воду толкаешь! Помогу! Да, спасибо! Ты меня утопил! Ребят, капец! Паша, негодяй! Я тебя отомщу еще! О! А что, ты проехать не можешь? Я проеду! Блин, получается, у меня следующее наказание! Давай! Получишь ли ты один балл? Покажешь счет 1-0. У меня есть одна тачка. Давай! Там конце! Ты куда? Он утонул. Серьезно? Да. Блин, ну я уже думал, ты один балл получишь, ребят. Ну все, походу, у Паши неудачи за неудачей. Получается, капец. Опять два наказания получаем. И погнали, посмотрим, кому какие тачки сегодня достанутся. Лично мне, ребят, кажется, что самые худшие варианты мы уже выбрали. Я больше всего боялся, что мне тачка на пульте управления не достанется, она мне досталась. Ладно, твоя очередь, Паш. Алиса, назови число. Получается, сколько их? 8 штук от 1 до 8. Число 2, либо число 3, или БМВ. Ну-ка. Выпало число 5. Пятерка! Раз, что два, это? Три, четыре, пять. Реактивная тачка! Ладно, наказание. Смотрите, как мало наказаний осталось. Их штук 6, мне кажется. А, 7 штук, ладно. Раз, два, три, пау! Крутим. Ну-ка, давай ну-ка. Наказание ехать задом, чтобы ты ускорение не мог использовать. Не надо, нет, туда нельзя. Обратно, прикинь. Так, давай. Так, выбор Алисы. Самую тяжелую тачку. Или новое наказание! Не надо! Туда-обратно! Да! Туда-обратно, Паша! Все, ребят, теперь спрашиваю мне тачку. Алиса, назови мне машинку от 1 до 7. Алиса, давай ему число 2, либо 1. Выпало число 7. 7! Что нормально! Это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мотоцикл! Повезло! Че ты смеешься? Повезло! Детский, блин! Детский мотоцикл! И что? Ты малыш, ребят, это жесть! Да тут две фиолетовые тачки. Ладно, рулеточка. Раз, ну-ка. Два, три, погнали! Блин, наказаний капец мало осталось. Я боюсь. Заморозку, дайте мне заморозку. Так, проколой колеса, заморозка, ну-ка. Либо... Ой-ой. У меня что знаешь там? Что? От первого лица, походу. Нет. Дам. Да! От первого лица. Ребят, получается, включаем первое лицо. Это мне придется ехать. Вот так вот. Я вообще не могу. Я даже руль не вижу, чтобы ты понимал. Маленький. А где руль-то у меня? Вообще под головой где-то. Ладно, Паш, давай, ты едешь. Удачи. Туда-обратно. Да, туда-обратно. Давай. Поехали. На ускорителе, конечно. Ой, полетел. Ладно, ребят, давайте. Стой, ты пока едь туда, а я сейчас проеду, и ты обратно можешь ехать. Давай, так, оп, аккуратно, все. Включаем первое лицо, ребят, и аккуратно. Ой, капец, это страшно. Ничего не понимаю. Аккуратней. Это довольно жесткое. Подожди, а я там проезжаю, но колеса не утону? Нифига непонятно. Ребят, ой. Как же это трудно, ты не представляешь. На маленьком велосипеде там ехать. Я проехал. Ребят, просто лайк. Давай тебе обратно ехать еще по наказанию. Ребят, ладно, это жесть. Так, оп. Да конечно, он просто на ускорителе. Вот если бы тебе вот этот мотоцикл достался, ты бы охренел ехать туда обратно. Так, и все, давай, последний раз ехать сюда. Капец. Да, кстати, ребят, предлагайте свои новые испытания. Наказания в комментариях. Может быть, добавим ваши наказания, потому что их реально у нас все меньше и меньше остается. Так. Ой. Здрасте. Доехал. Получается, Паш зарабатывает 1 балл. И погнали к нашему предпоследнему раунду. Смотрите, ребят, осталось нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 тачек. Это получается 3 раунда. Ну что, Паш, кто первый? А, блин, я первый теперь. Ты первый. Так, Алиса, назови для меня число от 1 до 6. Пусть это будет число 4. Пожалуйста. 1. Ну-ка. Выпало число 6. Шестерка! Опять мотоцикл! Но зато теперь я без наказания. Офигевший. Все, ребят, и Паша теперь тоже выберем байк, получается. Ой, какой байк у тебя? Смотри, как я на мотоцикле еду! Рун! Просто ребенок-переросток. Ладно, Алиса, назови для Паши число. Получается от 1 до 5. Алиса, давай БМВ мне, пожалуйста. Выпало число 3.
Тройка! Раз, о! Два, три. Ламборгини. И, ребят, Ламборгини. Наказание. Ой, наказание стало в два раза больше, но на самом деле они просто раздвоились. Итак, крутим три. Раз, два, три. Пау! Давай, ну-ка, давай, ну-ка, давай, давай. Ехать задом, ехать задом, ехать задом, пожалуйста, ехать задом. Не-не-не-не-не-не. Главное, чтобы тачками не надо было меняться. Пожалуйста. Ну? Так, выбор Алисы. Ну? Самая тяжелая тачка. Либо. Ну, давай, давай, либо... давай, давай. Чуть-чуть-чуть. Давай, 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 давай. Нет! Да! Нет! Проколоть что-то... колеса! Проколоть нет! Колеса! Все, Паша, давай, капец, вылезаем, прокалываем колеса. Так, раз колесо. Что не прокалывается? А в смысле? О, давай, давай, давай. Раз, давай. Два. О! Лопнули все, ребят. Все, наконец-то. Паша, с проколотыми колесами. Ну а капец. Я поехал без наказания. Ю-ху! Ребят, погнали. Ой, ни хрена себе. Вот это мотоцикл, ребят, оседлал я. Ты так, давай, 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 давай. Ну это лучше, чем тачка на пульте управления, тебе скажу даже. Ребят, лай. Просто лайк однозначно. Такой, я почувствовал, я детство вспомнил прям наш. Давай, давай. Ой, тихо, как проехать? Вот тут, оп, аккуратно. Ой. Нет, давай. Падай. Прям на секунду остановился, я думал, я заглохну. Ты проехал? Да, я проехал. Ой, а ты хочешь прикол, Паш? У меня тут коллекция чисто мотоциклов одна собралась. Ну все, ребят, получает третий свой балл, и теперь Паша едет на чем-то на спущенных колесах. Давай. Ламба, либо фера. Ну-ка. Тихо, едет. О, слушай, нормально едет. Ты чё? Как ты так едешь? А давай там в конце прям, смотрите, вообще перевернулись на 360. Так, разгон, давай. Ладно, давай. Не, слушай, проколотые колеса Ламборгини вообще пофигу, мне кажется. Ай! А чё, не получается? Давай! Задом, давай! Давай! Ну, я там не знаю, наверное, засчитаем, да? Давай. Почти! Это что такое? Так, я тебе помогать не буду. Ладно, играй пушка. Бэу! Ой. Ай! Ой. Спасибо. Я тебе помог. Все, давай. Давай. Ну чуть-чуть же, вот она тачка же. Блин, ребят, давайте мы прям Пашу жалко засчитаем. Реально, за... А где тачка? Утонула. Я утонул. Ладно, засчитаем один балл ему. О, стоп, секундочку, ребят, смотрите. Паша получил лишнее наказание. Он же тачку довез свою. Реально? А чё мы рулетку крутили? Ладно, эта рулетка за твою Ламборгини, значит, будет считаться. Все, ладно, ты же её утопил? Все, это рулетка за Ламборгини. Погнали к нашему раунду. Получается, ребят, предпоследняя у нас битва. Паша теперь первый. Так, и давай посмотрим, что тебя выберет. Две спортивные тачки, либо два внедорожника. Алиса, назови для плейзинга число от 1 до 4. Число 2, либо 3. Ну-ка. 2. О, двойка выпала. И теперь для меня, Алиса, назови число от 1 до 3. Пусть будет число 3, вот это панта. Ну-ка. Выпало число 1. Единичка! Бигфут! Я на Бигфуте изи проеду! Все, изи! Сейчас победим, ребята! Ну что, Паш, ты едешь первый, я еду второй! Давай! Посмотрим, как ты сможешь преодолеть это испытание! Тем более, там все бревна раскачаны уже, расфигачены! Да ну нормально. Что, получается? О! Да, подожди меня! Я тебе помогу, ребят! Я ему помогу! Иди сюда! Ой! Ты что тут бревна топишь? Стой! Нет! В смысле? Я не понял! Погаляка. Я сейчас как на трамплине подлетел, прикинь! Ребята, это ничего! Иди сюда, иди сейчас достану! Нет, иди сюда! Получается, что у меня наказание, что ли? У нас там всего осталось 3 наказания. О! Зато какие наказания остались, ребят? А что там за наказания? А вот давай ты едь, кстати. Ребят, слушайте, у нас осталось 3 наказания. Это, получается, выбор Алисы поменяться тачкой, а также самая тяжелая машина. Но самая тяжелая уже утонула. Ладно, Паш, ты получаешь 1 еще балл, а я ничего не получаю, только наказание. И погнали к нашему решающему раунду. И, ребят, выбираем тачку для меня. Спортивный мини-купер, либо спортивная BMW. Блин, Алиса, BMW, BMW. Назови число от 1 до 2. Так, Алиса, давай ему вот этот мини-купер, пожалуйста. Выпало число 1. BMW! Все, Паша, я получаю BMW. А теперь рулетку. Раз, два, три, погнали. Давай, только бы не меняться. Три наказания осталось. Нет. Так, раз, самая тяжелая, заморозка, либо... Поменяться. Нет. Да. Алиса, давай, выбор Алисы. Нет. Нет! Поменяться тачками! Да, BMW моя тачка! Блин, да что мне меняться было тачками? Я же не доеду на этом мини-купере! Ладно, раз, два, три, разгон! Погнали, давай, газовый мини-купер! Опа! Я не могу заехать даже! Ну-ка, пожалуйста, да уйди с дороги! Раз, два, три, так, разгон, прям, дрифт, давай! Давай, разгон! Газ, палас, давай! Я снимался в фильме «Форсаж». О, допрыгнул! Главное, как Бигфут не подпрыгнул на трамплине, а то я жесть, воткнулся носом там. Давай. Еду, не, вроде бы этот Бигфут едет нормально, мини-купер. Так, давай. Да за что? Ну-ка. Меня рулетка вот ненавидит. Алиса мне дается хорошие тачки, а рулетка меня... Нет, не давай!
Упал. Спасибо, спасибо, рулетка. Я тебя ненавижу. Давай, Паш, ты едешь на своей бэхе, проверим. Я погнал на бэхе. Че, нормально едет? Ну, слушай, ёлки-палки, да, но быстро еще такая. Давай, давай, давай. Надеюсь, ты не доедешь. Хай, может, ты доедешь. Сколько я баллов? Я доеду. У тебя 2, а у меня 3. Я ну-ка, доеду. Давай, давай, я давай, сравняю, давай. Я сравняю сюда. Сравняешь или не сравняешь? Ничьи у нас еще ни разу не было. О, ой, походу кто-то стой. Тонет. Подожди, подожди, нет, не утону, я выйду. Давай, 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 давай. Давай, газуй, 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 газуй. Я все, застрял! Все, он застрял! Капец. Он застрял! Но, ребят, напоминаю, что сегодня у меня 3 балла, у Паши 2 балла. Но не забывайте про его Lamborghini. Мы ее тоже засчитываем. Получается 3-3. И счет ничья. Да, ребят, победила сегодня дружба. Ну а на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поддержите его лайкосиком. Ребят, будет невероятно приятно, если вы напишите в комментариях какое-нибудь новое наказание. Ну а также, ребят, не забудьте поставить свой лайк, потому что если наберем 10 тысяч лайков, выйдет новая офигенная серия по вот таким жестким экспериментам. Ну а с вами был Джел Флэдин. Ссылка на Пашу будет как всегда в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, ребят, всем пока-два! Всем пока, народ!